Доброго времени суток, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Тимур Самигулин, и я являюсь сеньор-лектором факультета информационных технологий КБТУ, а также руководителем структурного подразделения лаборатории Honeywell. Специальность оптимизации управления является одной из самых востребованных в настоящее время. Будучи специалистом в этой отрасли, можно найти работу в любых отраслях человеческой жизнедеятельности, начиная от банков и IT-фирм, заканчивая крупными промышленными предприятиями. На факультете информационных технологий Казахстана-Британского технического университета имеется большая лабораторная база, включающая Центр автоматизации Honeywell, который открылся в октябре 2019 года, лаборатория таких крупнейших фирм-производителей промышленного оборудования, как Emerson, Siemens, National Instruments. Учебные материалы разработаны с учетом нужд промышленности для того, чтобы можно было подготовить высококвалифицированные кадры. После 4 семестров обучения на факультете информационных технологий студенты имеют возможность выбрать образовательные траектории вне зависимости от своей специальности. Для этой цели имеется возможность выбрать 6 элективных дисциплин ИКТ по таким направлениям, как аналитика больших данных, информационная безопасность, робототехника, промышленные IT, компьютерная графика и дизайн, а также мобильные приложения. В стенах КБТУ студенты получают полноценное квалифицированное IT-образование по таким направлениям, как автоматика, информатика и управление, что открывает большие перспективы и возможности. Будем рады видеть в нашем факультете. Добро пожаловать в КБТУ!